Я не нюхаю. А я цельное лето. Цельное лето. Утром подкос, вечером надой. То корова поросится, то куры понеслись. А тут вишня зашла, свекла заколосилась. Пашешь как-то, как-то. А ежели дождь во время усушки? Видно? Видно. Ти якийсь стрій, поняв? Оно, бач, то, знімаю. Ну, о, оцього мені треба поремонтувати. Я вдова, в мене 5 дітей, муж мой умер, давно-давним. Знімай! Знімаю. Легко! Розваливайся! Пожалуйста, добрі люди, приїдьте, помогите. Я думаю, нуждающемуся чоловіку. Гаити, не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Майзи. Рука болит. Дяночка, порежь майзу. Вени. Ножи, конец. Да, да. Эу, где ножик? Мама, где ножик?
ножиком у мене там. Салатовый тур. А салатовый не знаю, на улице той чорненький такий. Но прошлого мне не вернуть. Так, так, так. Так, пожалуйста, кушай. Скорлупы. Скорлупы я не люблю, чтобы на столе лежали. Ну а як же? Ну вот так, так. Так, вот Веня кушает. Вкусно? Вкусно. Грибы ешь. Ты ешь грибы, ты ешь, что ты привез. Лів-берзе. Лів-берзе. Як воно розшифровується? Лів-берзе. Тихий лів. А так хочется вновь беззаботно гулять с пацанами дворов, прятки играть. Каждый в детстве из нас был такой озорной. Но прошло это все, не вернуть эти дни. О, совершенно первый, вечно они, их нельзя забывать никому никогда, ведь для взрослых уже есть только мечта. А я по телевизору была бы зла. Так было бы. Я купила Минтон, и там оказалась семерка. Сейчас покажу. Покажи. Просьба отозваться, у кого здесь попала тройка. Я хочу заработать 10 лат. Веня, у тебя есть? Тройка. Купи, Димаза, не мог попасть в эту тройку. Треба дві тройки. Можете взяти у кого знайомих є, на роботі є, на всіх коробочках. Да, достань із тройками дві штуки. Є і дві сімерки. Що, погано буде, як ти заробиш дві десятки? Знаєш, як файно, для взрослых.